576 серия, участок Крым-Москва, ну это прямая уже, финишная прямая, двигаюсь домой. Значит, по дороге решил заехать в город Тимашевск, купить гостиницу, там рыбку взять. Вот, заехал на рынок в городе. Выбор огромный. И, значит, люди очень доброжелательные. Подсказали, какую рыбу взять, чтобы довезти ее, чтобы она не испортилась по дороге. Завернули, какая там специальная бумага, как называется, не знаю. Упаковали все в коробку и посоветовали на стоянке, на ночевке, ну, открыть коробку и проветрить немного. Все-таки температура не низкая, и в салоне автомобиля, тем более, очень тепло. Я на стоянке, на ночевке вытаскивал эту коробку, ставил на капот, проветривал. В общем, рыбу доставил в целости и сохранности. Немного покатался по городу, показать немного улицы, состояние дорог. Дороги вполне в приличном состоянии. И разметка. Ну, я говорю, главное, что люди очень доброжелательные. Кстати, передвигаясь по Тимашевску, я ориентировался на подсказки Яндекс.Навигатора. Ну и эта дама, Яндекс.Навигатор, Алиса. Ну теперь можно без остановки, только на заправку и ночевку, рыбку взял. Завела меня в такие дебри, я совсем забыл, какую она подлую шутку со мной сыграла в Биробиджане. Где... Ну ладно, я это уже рассказывал в Биробиджане. Так... Так вот, гаишники, ребята из ГИБДД увидели, что я вот уже несколько раз проехал мимо них, остановили, поинтересовались, в чем причина и так далее. Но я объяснил, что заблудился, ориентируясь на подсказки Яндекс.Навигатора. И постояли, посмеялись, они показали мне, как выехать. Ну, в общем, стал ориентироваться на дорожные знаки. Ну, снял немного на фронтальный видеорегистратор, снял на боковой видеорегистратор. Видео бокового видеорегистратора будет вставлено в эту серию. Посмотрите на город. Ну, сейчас вернусь опять к разговору про рынок. На рынке как-то вот общались, женщины все такое вот упаковывали. Ящик с рыбой, коробка картонная. Просто разговорились, и я поделился с ними информацией о том, как рыбу доставляли в царские времена с Дальнего Востока в Москву. Этот рецепт мне рассказали на Колыме ребята в Устмире. Оказывается, чтобы доставить рыбу живую, ее усыпляли. Усыпляли таким образом. По жаберную крышку капали несколько капель самогона, и рыба засыпала. И вот в таком виде ее доставляли первопрестольную. Я не знаю, через сколько дней передавали, чередовалась вот эта вот операция, там
3-4 дня, может быть, недели, не знаю. Ну, ребята в Уснере, они проводили тоже эксперимент. Они брали рыбу, капали под жаберную крышку, там несколько капель водки, и клали в холодильник. Через несколько дней доставали, помещали рыбу в емкость с водой. И рыба оживала. То есть рецепт оказался жизнеспособным. Так что можете тоже взять на вооружение, чтобы длительное время сохранить рыбу. Вот таким рецептом воспользоваться. Так, до финиша 1,5 дня. Это сейчас в Тимашевске. Потом на трассе будет одна ночевка, один привал. Да. Это сейчас возмущаюсь в салоне автомобиля, что заблудился в городе. Ну, смерть и грех. Вот осталось 1,5 дня. Это, не знаю, серии, может быть, 10-15, точно не считал, не определял. Очень рад, что подходит к финишу, на финишной прямой. Ну, я, наверное, более подробно или остановлюсь на своем впечатлении о маршруте, поделюсь какой-то информацией и более подробно, но это, наверное, будет в заключительной серии. Какая она будет по счету, пока не знаю. Ну вот вы видите, как я кручусь по городу. Самому смешно, и смех, и грех. Так что в поездках на дальние расстояния, если незнакомый населенный пункт или город, самое правильное — это ориентироваться на дорожные знаки. Меньше всего слушать Яндекс.Навигатор или пользоваться стационарным Яндекс.Навигатором, потому что Алиса может в такие дебри завести, что и смех, и грех. Лучше всего, конечно, подъезжая к какому-то городу, если есть намерение проехать через город, а не в объезд, то остановиться, изучить маршрут на навигаторе или там, я не знаю, на планшете, на компьютере, и уже потом двигаться, не повторять мои ошибки, которые я вот и в Тимашевске допустил, и в этом Биробиджане, Еврейская автономная область. Вот видите, уже третий раз, по-моему, проезжаю по одному и тому же месту. Ну, в общем, пока на этом остановлюсь комментировать. Смотрите видео. До следующего комментария.
200 метров. Наверните налево. Да ну что ты будешь делать, а? Через
3 километра.
наполняет это, потому что люди не узнают мои друзья, они тоже дарят, вот там удивил, да, недавно купцу, а мне подарили, то есть вот недалеко на хуторе, это такой большой керамический сосуд, в котором хранили вот что-то такое жидкое, как в погребе. И это много, в общем, таких деталей, очень интересных, необычных, которых, может быть, даже нельзя найти в больших музеях. Друзья, присоединяйтесь к нашему разговору, наш телефон 205-55-60. Алло, село! Всем привет, это Сергей Дорошенко. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ». Впереди город. Ограничение 60. Чтоб знаешь, нежную руку мне дать все то, чего камера. Ограничение 60.
Впереди камера. Ограничение 60. Thank you.
Вот теперь можно без остановки. Только на закладку и на чётку. Рыбку взял. Ограничение 40. Ограничение 40. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 40. Впереди камера. Ограничение 40. Ограничение 40. Впереди город. Ограничение 60. Развернитесь, а затем через 100 метров выкатитесь.
Впереди город. Ограничение 60. Ограничение 40. Впереди лежачий полицейский. Ограничение Впереди лежачий полицейский. Ограничение 20. Впереди камера. Ограничение 40.
вы хотели сказать? Ой, я не знаю, там сын занимается этим. Знаете, наверное, нет, потому что Теле2, у него очень плохой роуминг по России. Вот, например, от Якутска до Магадана ни одного раза. Все доброго.